challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем. Я уже устал, если честно, это говорить. Resident Evil 4. Я прошел тир, заработал 50 косарей. Чуть-чуть помудился, но это не думаю, что это сильно интересно, чтобы это стоило снимать. Ну, как всегда. Пойти продать. Вроде бы и деньги нужны, и вроде бы и не нужны. Как-то вот так. Пойду продам. Блин, знал бы, до этого бы сделал. Больше не появится здесь говнюки. Так, патроны, нам не патроны, гранаты, зажигательные. Вот эти гранаты, смотрю, думаю, что-то как-то. Давайте одну и такую продадим, в принципе. Чтоб места больше было. Ой, скоро должен быть засранец Краузер. Мать его за ногу. Так, ага, это мы придем куда-то непонятно куда. Поэтому сходим сюда. Диабло Кикбэк какой-то хочет добавиться к друзьям. Кто это? А вот и черная жижа, про которую я помнил, что что-то такое было. Труп. Да, кажется, здесь проводили вскрытие. А мне точно не... А, там и закрыто даже, все заблокировано, так что... Это единственный путь получается, да? Или нет? Хер поймешь что-то. Что-то внутри комнаты удерживает дверь. Ну и ладно. О, господи. Повернуть. А, это то, что сверху, это самое, да? Ну, давай синюю начнем. Еще раз, если синюю. Ну, так ладно, а почему нельзя... Вон, на зеленую. Странно. И только один, типа, возможен здесь вариант. Сине-желтую. Давай зеленую теперь еще раз. Или все надо задействовать просто. Ну, красную. Странная система отмены. Записки Луиса 3. Уже существа, какие Эль-Гиганты или Новистадор... является всего лишь побочным продуктом дьявольских и антигуманных экспериментов над объектами, которые раньше были людьми. Но есть один тип существ, который значительно отличается от всех остальных. Их называют регенераторы. О, да, я вспомнил их, да. Регенераторы обладают превосходным метаболизмом, благодаря которому они быстро восстанавливают любую потерянную часть тела. Я никогда не видел ничего подобного. Само восстановление делает регенератора практически неуязвимым для обычного оружия. Но убить его все же может, как и всякое живое существо. В его теле живут лас-плагас, похожие на обычных пиявок. Невооруженным глазом их увидеть нельзя. Определить их положение в теле можно только с помощью инфравизора. Чтобы остановить процесс самовосстановления, нужно найти и уничтожить пиявок лас-плагас. Насколько я знаю, регенератор является носителем не одного, а многих пиявкоподобных лас-плагас. Чтобы убить регенератора, нужно убить всех до одного паразитов, находящихся в его теле. Мужик, тебе как, норм вообще?
как-то ты плохо себя чувствуешь, по-моему. Какой-то ты неудобной позе лежишь, не знаю, может, спину прихватило. Ключ от морозилки. Ладно, понял. Их там целые толпы. Мужик, слушай, иди нахер. Я тебя не знаю, знать не хочу. Я вижу, что ты очень рад меня видеть. Но это не взаимно. Вот вообще ни разу. Вот и пригодятся здесь патроны на дробовик. Ну, есть время посидеть, подумать, да, стоит ли что-нибудь менять в своей жизни. Кстати говоря, на пистолетных патронов вообще практически не осталось. И это очень неприятно. Тихо! Они не могут пройти, потому что потому. Данный мой ключ может открыть другую дверь. Мусоросборник. Давай вначале посмотрим, что есть. Я ж не помню локацию. То есть нам сюда вот надо, да, по-видимому. Какие-то пробирки. Двери. Давайте посмотрим вообще по карте, где мы. Есть ключ вот от этого, отлично. На инфравизор тут. За место чего-то. За место чего мне его сунуть? Огненная граната, наверное. Ага. Тогда чё вот? Тогда вот так. Тогда что, мы берем и выкидываем гранату? Да. Гребаное управление, господи. Руки бы пооторвать им такое. Бакспейсом перетаскивать, делетом переворачивать. Кто это придумал? Чем это вообще можно объединить? Можно с этим, нет? С пистолетом. Только с винтовкой. Да. Дверь закрыта. Тебе удобно, мужик? Ты, надеюсь, один будешь? Ну, сейчас мы увидим зато, где он находится в сети.
И проверим, можно ли убить вот так. Где-то у него в боку было, да, или в ноге? О! Ты так умеешь. Мужик, не надо так делать, ты меня пугаешь. Домок открылся. Я рад. Ну, я этого-то еще не добил. Где-то в бедре, что ли. Ты что, ты бегать вдруг научился, То есть нет, я похеру, да, пока я с этого не убью, только с этого и можно. Точно прям выстрел, ну как-то странно на самом деле. Чтобы столько не получить, так конечно, денежек, того стоило. Этого мы потом убьем, вначале вот этого убить надо будет. Да не то ты. Вот эти кто них неплохо дают. Подождите, это я с этими путаю. С Dead Space, неубиваемой хренотнёй, по-моему. Да, это там нужно было турбиной сжечь или заморозить. Все смешалось, настолько похожи игры. Так. Ну и такими темпами у нас не так много на самом деле всего будет. Если уж только на винтовку можно ставить. Кто там топает? На тебя можно посмотреть? Так. Ну, судя по карте, все пока нормально. Не обращайте внимания. Я не слышу хи-хи-хи-хи. Значит, все нормально. Отлично, спрятался мужик, конечно. Вы знаете, мышка не сильно удобно тогда делать. Я понимаю, что это изначально стикерами было. Че, надо двуразовое всего? Так всегда. Тихо! А вы все это время сидели такие, типа,
Как же он им управляет? Только ты потом такой догадался. Ой, а он уже наверху. Тетьвы бестолочи просто. Давай пока не будем этого проверять. Пока еще один удар получим и съедим лучше полный пак с увеличением жизни. Еще хераш себе. А вот это уже прям непростая задача. Ну давайте съедим этот. Сделаем так, чё уж. Ненавистные гранаты. Почему их нельзя какой-нибудь волшебный скилл, превращение их сразу в денег, в деньги? Дверь слева. Какую-то дверь слева. Левитирующая граната. Ты током бьешься, да? В пожарном щитке у нас патроны. Вполне логично. Тише ты. Так. Знатно ёхнул, да, мужик? Вообще круто, по-моему. А, во. Против револьвера этот. Крутота. То есть это у нас еще 4 штучки, и мы полностью прокачаем все жизни. Закрыто, мне нужна ключ-карта. Все, успокоилась? Пока. Так, давайте еще раз сверим патроны. Та-та-та-та-та. Дробовик, давай вперед. Не закрылась эта звезда. Чпок. А я тебе только собрался тут немножко подровнять. Не надо. О, блин, почему ты не заделся? Объясни мне. О! Их всех должно было расхреначить. Давай ты не будешь из-под этого бить. Фу, я и забыл про тебя. Нихер.
Места под светошумовой тоже нету. Похеру на нее вообще, похеру. Вот. Не знаю, возьми с собой, спроси у опытного врача, что показывает этот рентген. Рентген показывает, короче, твердые ткани. Ну или не обязательно ткани, может быть, инородные тела. Короче, такая полезная штука, чувак. Я тебе как-нибудь объясню. Для чего рентген и что он показывает. Нет, не могу перезарядиться. Вот привыкаешь какое-то время вести себя неэкономно, а потом придется опять экономить. Игра такая игра. Ну, сейчас босс этот встретится, я помню одного гадкого босса на падающих контейнерах. Так. Туда или сюда, да? Подождите, а впереди что? Впереди ничего нету. Впереди сохранка. Ладно. Чё бы и да. У кого-то здесь кабинет. Хреново. На самом деле. Фух. Нет, и самое главное успокоился, что это не те ужасные товарищи, которых надо тупо убегать. Какие-то интересные инструменты. Ну, вообще. Это какой-то более улучшенный. Шипы у него так прикольно делают. Тебе этого мало? А, у него на спине, по-моему, еще там. Или что-то около... Что-то типа того. Вовремя вспомнил. Хотя и потратил прилично при этом. Улучшенная версия, блин. Знаете, мне 3 патрона было бы мало бы, на самом-то деле. Так, автомат. А внутрь я могу тут запрыгнуть просто? Могу. И все сломать могу. Красная эта хреновина. Даже есть куда положить. Даже есть с чем смешать. Испортим им всю тут лабораторию к херам. А вот и зеленая трава. Ай! Ёб твою, за ногу я промахнулся. Привык что-то все время объединять. Не думаю, что они что-то хорошее в этих чинах могут выращивать. Да чем там патроны тратить? Ну это спрятать. Так, мне лень. Это вот херней страдать туда-сюда, туда-сюда. А здесь нельзя. Что самое интересное. Взять. О!
они спрятали. А тут, подождите, я тут не... Надо разбить тоже на всякий случай. Надкатить их. Исследование. Мужик, ты что тут делаешь? Опять. Главное продать хер, что получится. Гранаты, говорите, продать, да? Welcome. Got a selection of... Или даже вот так продаем одну гранату. Не, не эту, не эту. Is that all? Come back anytime. Забираем эту. What are you selling? Продаем ее. Да, я жадный, я знаю, а что делать? Это тупичок, надеюсь. А то сейчас выяснится, что надо было смотреть, сюда отпереться. С бабсой. Это Леон, мне нужно подкрепление. Повторяю, мне нужно подкрепление.